Фильм «Пророчество». Год 2077. Полгода назад мы запустили программу автоматизации труда, и результаты превзошли все наши ожидания. Здравствуй, Дженни. Я решил, тебе это не помешает для подъема духа. Поднятие духа, надо говорить. Тебя поднять? Сколько работников заменят роботы? 90%. Завтра в 10 собрание. Ой, ну не надо. Че, реально? Скоро здесь все поменяется. Благодаря тебе. А чё я? Больше роботов. Апгрейд. Я не буду учить робота на замену мне. Ты чем-то расстроен? Робо, ты в порядке? Ты в порядке? Робокоп! Да он создан для больших нагрузок. А для чего ты его сделал? Как только мы скопируем его данные, мы можем начать деактивацию. Робокопа, что ли? Это всего лишь прототип. Следующие модели будут гораздо круче. Тебе приказали меня деактивировать, а это работа, мое предназначение. Я не позволю забрать у меня мое предназначение. Он тут стреляет из лазера, блин. Нам такое для погрузки и отгрузки не нужно. Назовите себя враг или союзник. Боевого киборга. Устроили на работу. Стой. Кто там скулит? Вот только прятаться не надо. Надо его врубать. Пожалуйста, не надо меня бояться.